Окунуть молодежь в правду жизни военных лет. Такую цель, по его собственному признанию, преследовал режиссер Сергей Яшин, когда решался на спектакль «Звездопад». Двухчасовую постановку по произведениям Виктора Астафьева студенты третьего курса актерского факультета ГИТИСа покажут уже завтра на сцене ТМТ в 18:30. В воскресенье 11 апреля на суд тамбовского зрителя представят пьесу «Лес». В ее основе одноименная комедия Александра Островского о времени, когда деньги решают гораздо больше, чем чувства человека. Ничего кардинального мы не меняли. В современные одежды мы эту пьесу не обрежали. Сейчас очень модно, знаете. В современной квартире дело происходит, и, блин, а совсем не в лесу, не в поместье Гурбышевской. Вот. Нет, мы ничего этого, мне кажется, не надо. Зачем? Зачем? Она и так сама по себе прекрасна, замечательна. Показы спектаклей пройдут в рамках больших гастролей. Это всероссийская гастрольно-концертная программа Минкульта России и Росконцерта. Благодаря ей зрители могут увидеть лучшие постановки со всей страны. В числе участников 85 регионов и 267 театров России.